Собрание в арк. Это всего лишь маленький кашель, не обращайте внимания. В этой серии я хочу приручить Птера. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы наконец-таки с вами будем снова играть в Ark Survival Evolved! Прошло некоторое количество времени между первым и вторым эпизодами, сорян, так уж получилось, но оно здесь, и мы приступаем. Но прежде чем мы приступим, конечно же, хочу вам напомнить всем про то, что у меня вышел комикс, кто не знает, ссылки будут в описании. Ну и, конечно же, буду очень рад лайку. Если вы прямо сейчас сделаете лайк, побольше лайков и приятный комментарий напишите, потому что Арк — это сумасшедший мозговыносящий видос в производстве. Это очень геморно делать, поэтому, я думаю, я заслужил, потому что я еще такой красавчик, и у меня такая оборотка. Прекрасно, пожалуйста. Ну а теперь приступаем! Фух, я тут. Я полпланеты пролетел ради вашей прихоти. Надеюсь, оно того стоит. Ах, мой дорогой коллега, конечно же стоит. И сейчас мы с вами точно узнаем, сколько это стоит. В каком смысле? Что вы делаете? Сижу на Яндекс.Маркете и подбираю себе подходящую лупу. Но, как вы знаете, зрение у меня не очень, поэтому я все это время не понимал, что на экране написано. Но, наконец-таки, вы приехали. Что-то вы долго забирали лупу, конечно, я заждался. Простите, меня уши заложило после полета, я плохо расслышал. На Яндекс.Маркете покупаете... лупу? Да, и вы не поверите, на днях, недавно, буквально только что я совершил невероятнейшее открытие. Оказывается, на Яндекс.Маркете теперь можно не только сравнивать товары, но и покупать, очень удобно. Погодите, получается, что я пер сюда тысячи километров, вез вам эту дурацкую лупу, только лишь для того, чтобы вы заказали на Яндекс.Маркете другую лупу? Сразу не могли заказать. Ну, коллега, так не делается. Надо сначала сравнить несколько разных луп и уж только потом покупать, когда найду себе подходящую по характеристикам и цене. А сразу заказывать так же непрактично, как и гонять на самолете туда-сюда просто так. Так вы признаете, да, что просто так потратили мое время? О, нет, ну что вы, ваше время я очень ценю. Чем быстрее я найду себе подходящую лупу, тем быстрее мы с вами приступим к раскопкам. Вот буквально все, что вы сейчас сказали, как раз таки и доказывает, что вы не цените мое время совсем. Цена понижается до 80%. О чем я и говорю? Совсем не цените мое время. Нет, на Яндекс.Маркете черная пятница. В этот период скидки до 80% на широкий ассортимент товаров. Давайте не упускать этот момент, коллега. Тут столько всего можно купить. От крупной бытовой техники до подгузников. Подгузники? Зачем нам подгузники? Нам не зачем, но, вероятно, они пригодились нашему пауэрдыщу. Очередной день, очередной гемор. Как мы знаем, хороший очередной геморный день начинается с хорошей геморной добычи ресурсов. Чё там такое? Карнозавр нападает на оленя? Не в мою смену. Давайте вмешаемся. Разумеется, мы вмешаемся. Так, схватил. Все, он согрелся. Побежали отсюда. Он там идет за мной? Идет за мной. Хорошо. Это так смешно, когда выпук происходит прямо в момент выстрела. Скорее, 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 он догоняет. Прыжок в воду. А, не допрыгнул. Так, он за мной. Он забил. Ладно, давайте проверим, надо его приманить. Где это там? Он опять кого-то там прессует. В жопу прям стрелой. Хорошо попал. Давай ближе. Давай, вперед. Окей, он плывет за мной. А, промахнулся. А сейчас... А, о, я как будто бы помадой ему выстрелил. Черт, я сейчас не убегу от него. Так, Мишка. Хорошо, он прикроет меня. Мишка всегда прикрывает мою спину. Есть! Интересно, он сможет его убить? Кто сильнее, Мишка или Карна? Карна или Мишка? Он его просто в жопу кусает. Есть, все, сдох. А зачем вообще я агрил на себя этого Карна? Не понимаю, я просто искал себе на жопу приключений. Ладно, давайте просто его добудем. Уверен, вы небось думали, что мой дом будет разнесен в щепки. А это не так. Вот смотрите, он цел, и я набрал достаточно ресов. Теперь можно привести его в порядок. А это что такое? А ты что здесь делаешь? Плебей, изыди с моего водоема немедля! Пред тобой царь воды! Да ты достал уже! Нельзя просто залезть куда-то и присвоить себе! Можно просто залезть куда-то и присвоить себе! Кто сказал? Я! Ну, с этим не поспоришь, ты действительно это сказал. Презренный, смирись с тем, что я всегда буду превосходить тебя во всем. Поэтому либо загладь свое оскорбительное присутствие дарами, либо проваливай плавать в другом водоеме. Если, конечно, я его не займу раньше. Кстати, а это же мысль. Он ведь сейчас очень уязвим, соответственно, я могу его легко приручить.
получить. Мне как раз нужно быстрое мобильное животное. Но к царю нужно с богатыми дарами, конечно же, идти, да. Поэтому как можно больше наркоты. Я постарался на славу. Ах, прыжок в воду. Его величество будет доволен нами. Power, power. Power, power, power. Power, 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 power. Давайте, пробный выстрел. Это вдруг освободится. Нет, он мой. И он сдох. Я убил его наркотой. Видите, я наглядно продемонстрировал вам, что это вредно, друзья мои. Мне нужно животное, которое поможет передвигаться быстро, легкое и мобильное. Где же найти это мобильное животное? Мобильное животное, блин. Так, уйди, уйди, птеродактиль, не мешай мне. Мобильное животное, прям так и вертится на языке. Да я угораю, конечно же, птеродактиль. Я хочу приручить птера, своего собственного. А тут как раз таки овис бродит. Я знаю, что овисов они любят. Подохни, овис, тебя очень любят. Вот он, любовью пропитан. На тебе любовью по заднице. Собираем его любовью. Я усыплю того, кто первым сядет. А вот и наш кукурузник идет на посадку. Ну что ж, тебя ждет убойный сюрприз, чувак. 50-й левел. Самец, птеранодон. То, что нужно. И все. И он упал. Давай, ом-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ему, надеюсь, этого хватит. Ну а теперь самое жуткое. Охранять его на открытой поляне. К сожалению, вынужден оставить птера, потому что... We have to cook, Jesse. Я не могу его найти. Блин, он что, взлетел, что ли? Не мог он взлететь. А, вот он, бликует на солнце. Кушай, кушай, дружище. Становится темно. А, нет, с факелом нельзя, это опасно. 80%! Неужели, блин, я сейчас... Личный птер! Кто приручил личного птера? Я! Короче, я его назову Питри в честь персонажа одноименного из мультика «Земля до начала времени». Это один из любимых мультиков детства. Я плакал, когда смотрел его. Итак, Питри, 74-й левел! Есть! Он следует за Пауэрдрищом, потому что это мой слуга теперь. Ну что, Питри, пришло время тебе пройти обряд посвящения. Вот теперь ты полностью свой. Знаете, я оседлал его душу, но вот не оседлал его спину. Поэтому надо седло для птеранодона изучить. И сейчас мы его с вами сделаем. Седло практически готово, и у меня не хватает хитина. Мне нужно дофига хитина, и для этого... Я ищу всяких насекомых, жучков, паучков, и кажется, я неудачно упал только что. Не так много покоцал. Давайте посмотрим здесь. Охрененно прыгнул. Почему так тупо прыгаю? Пол хп себе снял. Нормально. А! Что? Охренеть, жучки! Они почти меня убили! Так, давай. Хорошо. Еще один выстрел. Есть, готово. Тварь! Хорошо. Ладно, собираем. Это хитин. 12. Мало. Охренеть, меня чуть не убили. Причем я сам себя раскоцал предварительно. Так, смотрите, пауки. Это муравьи, тарантулы. Нет, это тарантулы, как их называют? Короче, я забыл. Термиты. Ты сдох? Хорошо. Титана-муравьи это. И ты последний будешь. А нет, там еще один, третий. Хорош. И еще 6. Слушайте, по-моему, этого хватит. Итак, заново. Крафтим. Ай да пошел ты в ж... Знаете, мне раньше приходилось далеко бежать за подачкой и узнать, что она бесполезная в итоге. А теперь я могу летать за бесполезной подачкой. Что очень круто. Короче, мысль у меня такая. Сделать пристройку, это будет легкий гараж такой, загон для птера. Вот сюда вставай. Все, тебя никто здесь не найдет. Никто не найдет. С птером стало вообще кайфово ресы собирать. Ему можно часть спихнуть и просто добыть гораздо больше. О, кто это у нас тут такая ходит? О-о-о.
Питере, это как раз то, что тебе нужно. А тут и Овис рядом ходит. Блин, ну это знак, надо по-любому добывать. Любовью, конечно же. Итак, где там наша подружка? Вон она. Сейчас подождем, пока она спустится. Опа, идет на посадку. Есть! Все, наелась и спит. Ладно, гоу за наркотой, у нас мало ее. Быстрее. Полетели. Вот хоть убейте, я вот уже чувствую, как я адско забыл, где оставил эту птершу. Птерку. Как правильно? Птеродактершу. Я еще летаю с этим факелом, я так внимание привлекаю к себе сейчас. Где она, блин? Ладно, давайте, знаете, что сделаем? Вернемся обратно тем же самым путем, которым мы шли. А где путь, которым мы шли? Где этот обратный путь? А, вот. Вот здесь. Мы спускались, таки идем. Блин, как фигово ночью видно. Вот здесь, точно. Вот оно, это место. И да, и теперь летим. Бесит птеродактили, они такие еще плоские. И просто ложатся, и все. Вот она, нашел, наконец-таки. Еще нормально у нее. Осталось немного, друзья. Сейчас у нас будет еще один птер сразу два. Прикинь, вообще я отжигаю, короче. Да. Миссис Клюв. А, смотри. Смотрите, у них уже любовь. Она так быстро. Он, Питер стесняется такой, а Настя. Они оба стесняются. Все нормально, я все понимаю. Любите друг друга, а я буду смотреть. Я как приложение Диндер. Я свожу динозавров вместе. О, миссис Клюв. Ну, что? Перенервничала. Ну-ка, а что будет, если включить спаривание? Блин, сразу... Он такой ждал, пока я включу спаривание. Блин, Питри, ты времени зря не теряешь. Хорошо, что я сделал вам этот навес, да? Динозаврии страсти. О май гад. Не обращайте внимания, Пауэр Дрыч просто посмотрит. Хотя он не уверен, что ему нравится это наблюдать. И не обращайте внимания на мой кашель. Представьте, что меня здесь вообще нет. Меня здесь нет, здесь есть просто кашель. Оу, весь дом дымится от экшена. Я себя сутенером чувствую, если честно. Спасибо большое, Питри. Ты убил весь вайб. Все прошло удачно. Я счастлив за вас, Питри. Ты, конечно, блин, ну ты обосрешь. Ты опозорился, знай. Как там у вас делишки? Так, Питри готов к спариванию. Ну, разумеется. Миссис Клюв, а у вас как дела? О, боже мой. У вас красный дымок. Я не знаю, что это значит. Но дымок краснеет и усиливается. Это наверное, нормально, я не знаю. Яйцо! У нее яйцо! Неужели? Неужели мне придется принимать роды? Давай, тушься! О, к такому я не был готов. Я, блин, еще и кашлянул туда. Петри, ты не тушься! Ты не тушься! Я уже вижу, скорлупка показалась. А, черт, перестань это делать. Нам необходимо поддержать тепло малышу. Интересно, этого хватит? Что-то показывают данные. Слишком холодно. Все-таки надо жарить снизу. Миссис Клюв, у вас двойня. Но как же отличить их друг от друга? Понимаешь, мы можем взять только одного. Ничего, мы дадим им по половинке медальона. И в будущем они воссоединятся. Итак, мы взяли того, что поуродливей. Потому что я верю, что из него получится красивый утенок. Гадкий потом. Сначала будет гадким, потом он будет милым. Так это работает. Пауэр Дрыщ о тебе позаботится. У меня к вам один вопрос. Купаться пойдем? И на этой просто вдохновляющей ноте мы с вами закончим играть в Ark Survival Evolved и продолжим в следующей серии, эпизод 3. Надеюсь, будет очень скоро, я постараюсь как можно быстрее выпустить. Не факт, что это не затянется на еще один месяцок, но я, в общем, постараюсь. Как получится, ребят, вы знаете, что это не единственное, чем я занимаюсь. Если бы я делал только видео по Ark, я бы делал их очень часто. Но, к сожалению, я делаю много всего. И я не хочу слишком, так сказать, уничтожать себя деланием одного и того же. Потому что я схожу с ума от этого. Мне нужно, знаете, выдохнуть, обдумать, просто отложить это на дальнюю полку, грубо говоря. Чтобы потом с новыми силами снова взять и начать что-то с этим делать. Вот как-то так я функционирую. В общем, постараюсь сделать быстрее все равно. Как можно быстрее. Я знаю, что вы любите эту серию. Я тоже ее люблю. Я надеюсь, что вам понравилось. Короче, если понравилось, то 1000 лайков. Если вы ждете продолжения и вам интересно узнать, что же будет дальше, то 1000 лайков. Подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео по Арк и другим играм, которые я буду делать. Также не забывайте про мой комикс Game Hunters. Он будет в описании. И это очень важная тема для меня. Поддержите, потому что я очень хочу заниматься еще и этим теперь. Мне очень нравится рисовать комиксы.
И я думаю, что мне так это понравится, поскольку я особо-то не комиксный чувак. Но вот мне понравилось, короче. Поэтому поддержите, ребят, это бесплатный комикс для всех. Или можете поддержать другим способом, там, рассказав друзьям об этом комиксе. О том, что, а вот теперь Женек чей комикс смутит. Также можете купить мерч. Там будет по ссылке в описании мерч, который будет не только на тему Game Hunter. Скоро там добавится и новый мерч. Короче, все это будет внизу в описании. Следите за моими соцсетями, которые также будут в описании. И оставайтесь со мной. Обожаю вас, люблю, целую, обнимаю. Просто насмерть обнимаю. И, конечно же, даю вам 5 по традиции. Вы готовы? 1, 2, 3 и 5!